Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем продолжать игру Rise Son of Roma. Если будете смотреть на мой стрим, ставьте лайки. И если будет понравиться, если понравится, как я играю, начинаем. Виталион проследил, чтобы я закончил подготовку и сдержал свое обещание. С 14-м легионом я пролью море крови. Остров Британия — мерзкое логово на краю Империи, дом ублюдков, которые убили мою семью и начали восстание, охватившее весь Рим. После моего перевода в 14-й легион мы должны отправиться на эти острова. Я отомщу, подавляя мятеж. Прости, мой друг. Если не разрушим башню с целью, наш флот будет уничтожен. Oh!
Соберем остатки 14 и снесем эту башню. Со мной! Еще есть кого спасать! Не ожидал этого, римлянин. Раздавлен собственной башней. Смерть захвачена! Стали, что я, блядь, и отомщу за вашу за всех. Отомщу за всех, братан. Ищите выжившего. Я разберусь. Наш флот разбит. Берег занят врагом. Наши товарищи умирают. Мы вынуждены отступить. Центурион мертв. Мертв. Он, наверное, мертв. Нам отступать. Где точка сбора? Поберегись! Я не знаю. Неужели никто не ждал такого? Предсказания были хорошими. Хорошими. Стоять, пока я не скажу. Кишки. Вы знаете, что делать. Вперед! Прими свою смерть! Вот он. Отлично, солдат! Снимите лучников! Вперед! Пойди. Пока не поздно. Ты умрёшь! До свидания тебе. За мной, парни! К башне! За мной! Послушайте его! Если бы не Марий, мы были бы мертвы! Правильно. Отступить! Назад! Вперед, солдаты!
Мы почти у башни! Башни! За мной! Построиться! И ты, парни! Давай. Держаться, солдаты! Готов? Поехали. Вперед! И ты! Дальше, поехали. Поднять щиты! Держать щиты! Спокойно. Держать! Держать! Это с организацией. Дайте полпик. Поднять щиты! Держаться! Направо! Отступить! Отступить! Рассыпаться! Солдаты! Рассыпаться! Мы разрушим башню! Пошли! Вы испугались. Испугались. Я приеду здесь. Я сказал, что оттащу. Оттащу отсюда. Солдаты! Поднять противовеса! Я просто пусть я топру люки! Так вот нравится. Один прикол покажу. Так, начинаем.
Видите? Противовес на месте! Бросай! Бежите все! Победа! Внимание, парни! Храбрец умирает один раз. А трус тысячи раз. Мы уже пролили кровь варваров. И их кровь такая же, как у нас. Ура! Ура! Победа! Победа! Готов? В атаку! Ко мне! Вперед! В атаку! Мама, что это было? Пойдет. Надо по жесткам. Да еще убил всех, чтобы умереть. Пока.
здесь я тупил. Сейчас исправлю все. Баррикаду, пока не подойдут наши лучники. Легионеры! В линию! Вперед, парни! Возьмем эту крепость! Вперед! 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 К обороне готовы! Лучники, берегись! Yeah.
Поехали. Лучники, вперед! Эта игра мне нравится очень. Пока. Втроем, втроем. Или захватить Скорпион слева. Как поступим? Давай я пойду. Поехали. Вперед.
Да, интересно вообще. За мной. Вперед. Твой отец был защитником народа, Мари. Служить с его потомком честь. Сюда. Вверх по лестнице. Пошел. Захватите катапульту! Нацельте на башню и дайте сигнал! Мы сдержим этих ублюдков! Понял! На катапульте! Да, я не сдавай. Сами сдаете. Что-то не работает. Разорвите его на части! Да!
ты слаба, братан. А я не слаба. Я боен. Победа! Все наше! Барри! Барри! Громче! Вас не слышу. Командир, вперед! Командир! Сегодня мы потеряли много хороших солдат и офицеров. Мари, ты доказал, что можешь командовать. Ты заслужил уважение солдат. Так, возьми этот шлем и надень его. Легионеры! Вот ваш новый центурион! Хорошо, хорошо, спокойно! Спокойно, парни. Так. Вы знаете, чего ждать от этих варваров? Они раса бешеных! Которые дерутся с нами, не жалея сил. Но они не знают, против чего сражаются. Рим! Цивилизация! Рим! Это порядок! Рим! Это сила! И здесь мы есть Рим! Командир, армия варваров короля Освальда движется на Йорк. Генерал Комат и шестая когорта вступили в бой, но их судьба неизвестна. Соберите оставшиеся лодки и разгрузите их. Подготовьте солдат. Мы идем на Йорк! Наш поход на мятежные земли был кровавым. Продвижение замедляли бесконечные сражения с ожесточенными племенами. Некогда Рим принес на острова мир, торговлю и процветание. Мир был нарушен восстанием. Теперь мы наконец-то приближаемся к сердцу мятежа, где правят король Освальд и его дочь-воительница. Разведка сообщила о большой, быстро надвигающейся армии варваров. Если мы столкнемся с ними, у нас не будет шансов.
и тогда Йорк падет. Во имя богов! Этих тупых варваров больше, чем нас раз в 20. В открытом бою мы понесем тяжелые потери. Не будете атаковать? Их вождь, король Освальд и его дочь Будика, там, среди солдат. Если мы захватим его, вожди племен придут просить мира, чтобы получить его живым. Тогда Освальду придется преклонить колено и поклясться верности Риму. У бриттов тоже есть представление о чести. У них нет чести. Эти твари смеют стоять на пути римской мощи. Они заслужили возмездие. Нашего возмездия? Или твоего? Господин... Довольно! Мы подавим это восстание, по-моему, и не станем подвергать риску жизни добрых людей. Это понятно, Центурион? Понятно, командир. Отлично. Небольшой отряд проникнет в лагерь врага и захватит Освальда и Будику. Я поведу основные силы и отрежу их от подкрепления. А что мне делать, господин? Я ведь обещал тебе кровь. Ты захватишь Освальда и Будику. Прежде чем проведешь своих людей, тебе нужно разобраться с лучниками на Акведуке. Так что ты начнешь в одиночку. Понял. Это честь для меня. Правильно. Через воду. Знаю, что. Вы слышали, что сказала Будика? Мы разведчики. Мы ставим ловушки, мы всегда на чеку. Нам сообщают об активности римлян по всей стране. Они потеряли генерала и сделают все, чтобы вернуть его. Если услышим что-нибудь, что убрать его! Маленькие римляне! Всем один! Вас ждет так! Повсюду варвар. Так, улучшить. Дальше поехали. Здесь слишком опасно переправляться.
О боги, что за судьба? Смерть ловушки или от удушения? Смотрите, что здесь. Всех убили. Похоже, это все, что осталось от 4-го легиона. Капкана. Ходоря спонзорация лорайше и нами деище. О, кто только тут лаварес. Ну стрека, братан, где цва крышка. Сент. Ай, утю-тю-тю-тю-тю-тю, хуй сипец. Вас расконс, дыхание припас. Я тут мерда, ну что, минус мадук, маду пища. Думаешь, кто-то идет? Не вот подурли. Легион бы мы уже услышали. Расслабься. Эй! Сдохните, римские свиньи! Римская дроня! Я один приехал, чтобы убить всех. Гора, зачелотей. Я слышал, что легион попробует пройти к акведуку. Воины! Эй, римляне! Совсем одни! Где прячешь мой легион? Растёга! Отомстите за него!
Сегодня ты умрёшь! Получил! Дуку. Дофига, я тоже не ожидал так многие здесь. Сюда! Легионы приближаются. Размести лучников со стороны дороги и приготовься стрелять по моей команде. Да. Стреляйте. Здесь должен быть путь наверх. Стрелять пока можете. Йоу. Красоты. Здесь как мусор. Что они делали с моими людьми здесь? Обратно с улицы. Да, не надо мне. Римляне, внизу! Стреляйте! Быстрее! Убейте его! А то вернитесь и покончите с регионом! Воины! В атаку!
нам не надо. Пришли. Никого нету. Эй, люди, вы где? Ага, вот здесь. Он мой. Хорошо, подружка. Тебе не следовало сюда приходить. Теперь ты нарушили клятвы, данные Риму. Вы убиваете невинных женщин и детей. А как, по-твоему, была создана твоя империя? Мы не звали вас сюда. Я сделаю все, чтобы защитить свой народ. Стража, я бежу, бегу, я баба. До свидания. Давай.
Опять папа. Вперед, насыпи! Господин! Вперед! Легионеры! Дорогу! Со мной! Построиться! Передний ряд! Солдаты! Держаться, солдаты! Щиты вниз! Силу мы готовы? Держать щиты! Солдаты! Щиты! Поднять силу мы! Бросай! Щиты! Солдаты! Щиты! Солдаты! Держаться! Держать! Держать! Поднять силу мы! Бросай! На готове! Давай, еще чуть-чуть. Мы убьем всех. Сейчас я сделаю дорогу. Что? Нет. Дорога там. Я должен идти быстро. Строй долго не продержится. Антиерпича. Thank you.
язычный вальс создал в ситуации. Слышь, дьявола. Интересная игра, что не можно от нее оторваться. Сдавайся! Или я прерву твой рот. Быстро! Довольно! Вот это он нравится мне. Как баба бросала меч. Давай сразимся один на один. Хочешь?
хватит, баба. Все здесь мое, убили всех я. Во славу Рима. Но что это за слава? Вритты не пойдут на мир, если мы будем так с ними поступать. Должно быть, это претерианцы. Стоять! Друзья Рима, представляю вам Василия, сына императора. Командир Виталион, поздравляю с благополучным прибытием. Явись вы чуть позже, и могли бы пропустить все веселье. Надеюсь, ваш путь был не слишком труден. Господин, я бы хотел... Этим займутся мои претарианцы. Стража? Схватить эту бритскую дрянь. Ваше Величество, я возражаю. Если вы не в курсе, мой брат Комат все еще не найден. Я намерен выяснить, что эти дикари сделали с ним. Мы, бриты, жили в мире при старом римском вожде. Но новый вождь Комат, сын вашего короля, ужасен. Он заслуживает судьбы, которая его настигла. Мне больше нечего сказать. Тогда мне понятно, что бриты не любят так, как мы, римляне. Ваша девочка. Она прекрасна. Парите ее, пока он не заговорит, или она умрет. Без разницы. Нет! Позвольте! Свистеешь! Как ты смеешь? Я сын императора. И я делаю все, что я пожелаю. Нет, пожалуйста, жальтесь над ней! Я скажу все! Вождя Комода продали рогатому королю из северных земель за стеной. Отпустите мою дочь. Прошу. Видите? Эти люди понимают только один язык. И это язык силы. Вы найдете своего вождя во тьме за стеной. Там, где угрюмые горы возвышаются над бездонными озерами. Там рыщут рогатые люди. Немногие возвращаются оттуда. О, как интересно. Тебе не интересно, если сидишь здесь, только командуешь. Командир Виталион. У меня для вас новое задание. Вы поведете своих людей на север к угрюмым горам и вернете моего брата. Стража, запереть пленников. Подготовьте людей! Вы слышали командира? Готовьтесь выступать! Центурион! Строй, парни. И не отставать. Мы идем на север. Да, господин. Виталион повел наши войска на север, далеко за пределы Империи, на край мира. Нашими врагами были скорее яростные звери, чем люди. И даже лучшие легионы Рима не могли их покорить.
Зловещие слова Освальда преследовали нас, пока мы погружались все глубже в беспощадную тьму. Там рыщут ужасные рогатые люди. Немногим удается вернуться. Этот форт Глоссоп. Ходят слухи, что это и есть ворота в ад. Место смерти и огня. Боюсь, то, что творится здесь, на краю мира, скоро обрушится и на Империю. Механики, замочите эти шкуры, Антоний, проверь! Dacă v-a plăcut jocul ăsta, lăsați like-uri, cât mai multe. Cât mai multe like-uri să puneți, cât mai multe jocuri să fie, bă. Abonați-vă la canalul meu și vă zic vizionare plăcută în continuare. Теперь тросы. Атон, закрепи балки. Мы выдвигаемся в 10. Есть. Мы спасем Комода. Они делают чучело только для самых ценных жертв. Он должен быть близко. Мы начинаем атаку под покровом ночи. Не нравится мне это. Очень тихо. Что здесь? Это? Что-то странно здесь, очень тихо. Но я знаю, что здесь. Слышишь, сейчас. Ничего. Найдем их. Вон там. Да это просто олень. 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 Кто-то следит за нами. Если они хотят драки, почему бы им не показаться? Ну же! Тише! Почему ты так испуган? Мы же римляне! Мы 14-й! Впереди движение! Он сбежал в туман! Я видел! Какой-то зверь! Какой-то зверь на двух ногах! Тихо, парни! Если бы эти твари могли, они бы уже напали. Нет, они достаточно разумны, чтобы бояться Рима. Бегом, парни! Бегом, бегом. Страшно как-то здесь. Стоять! Я разведаю, что впереди. Как-то мне не страшно. Вам страшно? Мне не страшно. Слышать? Очень-очень тихо. Кто-то здесь есть. Засада! Все с поста! Мы не сможем их держать!
Вот это да. Что будет? Я в шоке, что со мной делал. Бросал. Что за бегемот такое? Поднимись, сын Рима. Это жестокий бегемот. Ты нужен империи. Вот и мы проснулись, спали чуть-чуть и дальше. Найдем моего друга. Я должен найти моих солдат. Таких. Нафига здесь капля. Урагабагаба. Они копают. Отсюда приехал сюда и не вышел отсюда.
что-то мне подскажет, что здесь будет экшен, экшен. Жалятся над нами боги. Центурион! Господин! Сюда! Спасибо, господин! Мы должны спасти все! Вперед! Есть! Спасем всех, но... Где нам надо уезжать? Где остальные? Скажите быстрее. Сюда вы видели. Все, нашел дорогу. Освободить их! Господин, я видел Виталиона! Они потащили его к чучелу! Что это? Вот они! Занять позиции! Черепаху! Лучники! На позиции! Я со Скорпионом! Стоять крепко! Пехота! Бегом! По
Пойдем за ним. Становись! Сейчас будет сюрприз. Силу мы! Наготове! Вперед! Ускоримся! Отряд готов! Бросай! Поднять щиты! Держать черепаху! Получите! Силу мы! Черепаха. Солдаты, силу мы! Сейчас! Все готовы! Вперед! Ускорить шаг! Силу мы! Солдаты, занять левый фланг. Остальные, правые ждать сигнала. Есть, господин. Обыщите болото. Наши братья надеются на нас. За мной! Давай.
Освободить их! Думал, мне конец, господин. Строй, солдаты! Держать ворота! Я найду Виталиона! Ух ты, этот главарь! Убей, вождь! Ёпара, ты что? За прикол здесь, а есть один прикол. Thank you.
Если